Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы сегодня продолжим проходить игру Darksiders. Надо, как говорится, все-таки добить до конца все. Так, из оружия, что у нас вообще хоть одето? Так. Гарпун. Сюрикен. Пистолет, коса. Ладно. Как обычно. Ух, ё. Вот это я не люблю. Дамы. Не подходите. Целишься в одну, попадаешь в другую. Будем бегать пока так. Чё ж поделать? Дамы, с вами сражаться в упор не хочу, вы больно кусаете сильно. Девушка, не подходите. Мы с вами не знакомы. Блин. Знаешь таких ассасинов? Так, заряжаем. Иди ты нафиг, а? Пускай тебя лучше сюрикен точит. Так, минус одна. Ты еще появился, псина. Так, тебе надо сначала голову оторвать. Теперь с псинкой разобраться надо. Будем тебя также кромсать. Нафиг ты мне нужен. Ты больно тоже бьешься. Какой-то не очень. Ой-ё. Малыш, ты меня волнуешь, когда куришь, гашишь. Безопасный секс — это на безопасном расстоянии. Так что, извини, малыш. Покатаемся.
Ну, пони. Так. Серебристый пони. Пора дохнуть. Минус один. Так, и ты остался здесь. Сгорел на работе. Все, что ли? Так, что у нас тут? Надо гарпун себе поставить. Так, гарпунчик. Вот этот сюда. Ну, вот пока хватит. Да хоть вспомнить, как этим заниматься. Так. Так, и что здесь не надо? А, ну ладно. Так, мне нужно зарядить ядро. Так, проход мы открыли. Так, здесь никаких аупотек нет. А то нужно эликопластер купить. Так, что у нас тут дальше? Ну, пойдем сходим. Чё там посмотрим. Стоп, а я не назад ли вернулся? Ну-ка, проверим. Стоп, я там вылез. Похожие, что ли? Немножко. Где наша карта? Ладно. Сейчас разберемся по ситуации. А, я же обратно вернулся, да. Сейчас надо думать, как это обратно возвращать. Опять эту хрень одевать. Сюрикен хренов.
Так, у нас... Четырёшка. Где же он должен выйти? Так, а здесь? Так, не понял. А, то есть уже это зарядилось. Ладно, пойдем дальше. Это что за хрень здесь появились какие-то? Всадник, разве мог я представить, что ты станешь моим спасителем? Поторопись, пока Страга не узнала о твоем приходе. Когда я нашел тебя, ты сказал, седьмая печать не была сломана. Эти слова я уже слышал. Авадон сказал то же самое перед своей смертью. Ну так правильно, она не была сломана. Так и чё, откуда я должен перенаправить? Оттуда сверху, что ли, или наоборот наверх?
Там что-то вкусненькое. Так, наверх. Типа лифт. Нет, вот этих я люблю резать. Это вообще как капустка. Если бы еще за них ХП давали. И все что ли? Блин, чем-то напоминает башню в Devil May Cry 3. Когда на крышу поднимались с этой башни. Так, что там у нас дальше нас ждет? Подарки будут? Или в качестве подарков только люли? Ух ты! Мои любимые! Вот, блин, как я вас ненавижу. О, и здесь. Иди сюда. Блин, свалился. Ладно. Опять свалился. Неудобно драться на такой маленькой площадке.
Так, получается, вот здесь, потом туда. Угу. Ты ответишь за братву. Ты тоже ответишь за братву. Так, а эти у нас что? Еще. Ну ладно. А? Штучку еще вы нашли. Ярость синус. Запас побольше. А, ну да. Подождем следующий состав. Да, запаздывает, не по расписанию. Блин, конечно, рисково так ползать. Что у нас тут дальше? А это что за... Ёкарный бабай. Да тут долетит? Не долетит. А где там портал-то? На каком из этих? И как их по-вашему делать?
Вот так. Ей даем батон. Так. Что у нас тут еще? Так, портал один здесь есть. Так, и что у нас тут? Опять очередной ключ копать. Что-то мне с икотом не спускаться. Не зря мне было сыкотно. Так, ключик нашли. Собачки. Гедрён батон. Парит. Ой, иди сюда. Сдохла. Ух. А это что еще такое? Какая-то хрень опускается. Что за игрушки? А чё мне надо, куда их повесить? Хм. Ну, попробуем туда.
какие-то камни таскать, куда-то весы, что ли, вывешивать. И цель какая? Ага. Мне нужно подняться наверх. Сейчас мне нужно на дне весы поставить две их.
проверить. Можно вообще их два на одни весы? Нет, получается только на одни. Ладно. Цепанул. Так, мне получается надо туда отправить. Вот, блин, залетаешь не туда, куда надо. Засасывает прям. Так, ясно, что это надо. Что-то я, походу...
Опа, нифига зациклил. Все-таки зацепился. До чего можно найти, даже зациклить через порталы? Так, здоровится. Ярость. Ах, открываем. Так, что у нас? Это опять трое типа вот этих ключей открывать? Что у нас тут? Искатель кладов. Так, что у нас интересненькое здесь? Так, очередной хрен. Что это такое? А, то есть вспомнил, как его бить вообще.
Дубль 2. Макака звереет. Дубль 3. Тут же мгновенно. Добиваем. Чё сразу такую кувалду на босса не дадут, да? А, ясно, что это зеркала. Будем сейчас бегать и тупо их все направлять. А вот сундучок. А, вот еще один. Так, зарядили. Поехали дальше. Прям в каком-то небоскребе по лифтам катаемся. Ничего у нас нет. Угу. Так, это нужно, получается. Как-то его туда направить, что ли?
Так, луч туда идет. Нам нужно направить его. Так понял. С помощью этих двух грузов. Значит, мне нужен один туда. Так. Так. Так, значит, вот так вот. Система Ниппель. Следующее веселье начинается. Сквозной. Теперь сейчас на нем поставим и отправим туда. Упс, рановато выпрыгнул. Так, вовремя. Не долетаю. Значит, придется этими. Наверное, тоже на время. Хотя нет.
Блин. Ясно. Тут портал. Тут портал. Поздно прыгнул. А, понял, в принципе, можно так сделать. Поторопился. Блин, опять поторопился. В общем, надо, когда будет ближе уже. Надо активировать, получается, сначала вот этот, потом вот этот, запрыгнуть туда и третий активировать.
Успеет. Чего за фигня? Наверное, туда надо было направить, а я не направил. Видимо, да. Туда, наверное. Этот отражает, поднимается туда. Ну, сейчас попробуем так. Выжжем, как говорится, тайминг. Ёкарный бабай, ну и мудрень. Кто ж такого додумался-то? Так, пошли дальше. Еще как обычно, какая-нибудь хрень на лифте да вылезет. Пока будем спускаться. Не, быстро спускаемся. Быстрее, чем поднимались. Так. Где у нас тут была бомба? А, вон. Ай.
Твою маму, подождем, твою мать. Зарядил. Мироздание болеет, всадник. Обугленный совет не хочет признать это, но дерзнувшие взглянуть видят. Мы должны были сделать что-то. Открытое нападение на королевство тьмы — это нарушение договора. То, что ты предлагаешь, безумие! Азраил, зло множится в мире, и все быстрее. А небеса бездействуют. Совет связал нам руки. Сомневаться в Совете значит сомневаться в Создателе. Ты думаешь, что тебе виднее? Да, старый друг. Да. Когда печати будут сломаны, ад пришлет приближенных своего владыки, чтобы определить условия войны. Все вожаки соберутся в одном месте. Ударив, мы отсечем голову зверя. Воины небес уже готовы. Но если сломать печать, и начнется последняя битва. Мир людей еще недостаточно силен для нее. Земля будет уничтожена. Последней битвы не будет, Азраил. Мы сокрушим тьму еще до того, как битва начнется. Договор о мире священен. В итоге земля сдохла. Даже победив, мы навлечем на себя гнев Совета. Его посланники найдут печати нетронутыми. Чьему слову они поверят? Слову небес или слову отца лжи? Ну, теперь ты понимаешь мой замысел. Печати будут изготовлены заново. Все подумают, что легионы ада перешли в наступление и были остановлены нами. Ты сделаешь это ради торжества света? О, Азраил, старый ты дурень. Сломали все печати, кроме последней. Авадон приказал не трогать ее. Он сам ее охранял. Ты уверен? Да, полностью. Мы боялись вовлекать в это всадников. И не думали, что нам придется, пока не стало слишком поздно. И за вашу измену должен расплачиваться я. Предательство! Война! Ты должен уничтожить всех, кто в этом замешан, и начнешь с него! Нет. Глупец! Ты противишься воле Совета? Ты тоже слышал признание Ангела. Моя служба Совету закончена. Мы сотворили тебя! Ты наш! Ты еще должен найти разрушителя и прикончить его. Напомнить тебе про равновесие. Вставай. Азраил будет жить, пока будет полезным. Потом ты исполнишь свой долг. Так ему хочется его завалить. Еще дополнительные ступени. Так, остался один ключ. Ну, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду очень рад ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.